приехали из Беларуси вдвоем, решили впервые отдохнуть на Тенерифе. Ну и в интернете познакомились с гидом Константином, решили взять у него экскурсию. Очень понравилось, профессиональный гид, рассказывает очень интересно, спокойно, рассказывает о многих таких моментах, детали которых не сразу понятно, но рассказывает... Человек сам много чего прочитал. Да, вникает именно во многие вещи. Все очень красивый маршрут, все очень интересно. Красивые места. Рекомендуем. Все. Пока.